Новая страничка в работе. Это ремонт боковин. Обильно и щедро посыпано было. Вот все это видно. Не знаю, вот это почему-то не схватывает. Две эти вмятины. Наверное, подальше приклеить. Теперь будет видно, наверное. Да. Теперь стало все видно. Тут даже он и на резину побило, досталось и пластик. Ну, как мы все видим. Приличное количество вмятин, так же, как и здесь. А тут идет фиг. Как говорят мои внуки, про ковбой. Вот. Последнее нравится мне. Про индейцев, про ковбойцев смотреть. Даже. Вот, смотрю, работаю. Думаю, потому что современные фильмы, они более, скажем так, ну, изощренные. А эти мне нравятся тем, как фильмы из детства. Там территория Великого Конча. Прикольные фильмы. Красивые. Когда-то мы в индейцев или в ковбоев. Ну, уже теперь. Ладно, продолжаем. Вот, еще раз смотрим. К сожалению, тут красиво сделать не получится, потому что эта деталь крашеная. Поэтому клеем дергать мы не можем. Вот мы можем только аккуратно, аккуратно подправить только крючочком и по возможности стараться вот эти вмятины делать крючком, даже не прибегая, постараться не прибегать к помощи кернов. Ну, как получится. Потому что покрашенные детали, ну, как бы там лак ученики. Его можно повредить. Поэтому будем стараться работать крючками. Вот есть у нас технологическое отверстие. Я сделал его, правда, плохо видно, но не важно. Вот. Через это отверстие у нас заходит крючочек. И все. Почему я не стал отсюда работать? Потому что здесь перегородка внутри. И она нам не позволит выйти ни на эту плоскость, ни на эту. Вот, ладно, начинаем потихоньку править. Еще раз вот показываю, что тут, сказать честно, просто пожеванная поверхность. Вот. Пожевал кто-то и выплюнул, называется. Вот такая вот ситуация. Ну, делать надо, будем делать. Вот поковырял немножко, мы видим, что вмятина здесь с краю на пару штук уменьшилась. Вот. Вот здесь вмятина и здесь. И вот эту вмятину верхнюю я уже подзавуалировал, ее, так сказать, не видно вот тут чуть-чуть. Осталась вот на этом пятачке одна отчетливо видимая вмятина. Вот она. А потом идет следующая, вот она. То есть уже прорядилась тут. По вмятинам прорехи пошли. Вот следующая и дальше, дальше. Ну, можно отодвинуть. Тут сразу становится видно приличное количество. Ну ничего, воевать. Потихоньку все делается.
Вот, возвращаю лампу на место. Сейчас будем делать вот эту вмятинку. Работа продолжается. Вот здесь на уголке уже у нас все чинка. Вот она, следующая вмятинка. Она вот примерно в ладошке отсюда находится. Сейчас будем ее делать. Вот так вот дела идут. И, несмотря на то, что участок этот крашеный, это заднее крыло крашеное. Вот, все нормально, все хорошо. Удается пока что без пробойника. Хотя он тут рядышком есть, но я уже взял помятый.